Там, кстати... Добрый день, это город Москва, мы находимся с вами неподалеку от Кутузовского проспекта, но это самый центр столицы, если кому известно. Сейчас мы с вами возьмем интервью у легендарной личности, легендарного человека Сергея Рыбьего Глаза Ефремова. Вот. Этот парень, как правило, проводит свой досуг на мосту, сидя на мосту, свесив ноги вниз, над рекой, вот, пытается все время обратить внимание, попасть плевком вот в эту бутылку пива, которая там плавает, вот, но пока ему доселе не удавалось этого сделать, вот, поэтому сейчас мы у него поинтересуемся, чтобы как-нибудь его отвлечь и от этой грусти, от этой кручины и тому подобных вещей. Сергей, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Москва, соответственно, не Питер, и поэтому живется мне здесь хорошо. Да, ну вы понимаете меня, о чем ну, я да, говорю. Ну да, Москва не Питер, да, чем Москва поел, не... тем и вытер. Да. Вот. Молодцы. Сергей, вернее, молодец. Да, да у меня что-то в глазах двоится, да. Я нынче мало спал. Сергей, ну расскажите, пожалуйста, о вашем проекте самом главном. А постматериалист, я правильно произношу? А, да, постматериалисты. Да, вот так вот это звучит. Спасибо большое. Да, это именно вот так звучит. Так, ну что вам рассказать по поводу постматериалистов? Ну, в первую очередь, расскажите, пожалуйста, когда вам пришла вот эта идея. Самое главное, ведь эта идея у нас у журналистов, мы все время спрашиваем об идее, об генезисе, об зарождении Да, вы понимаете, я только что подумал о том, что надо рассказать вам по поводу идеи постматериализма. А я вот только что подумал, что мне как-то это стало, перестало сразу быть интересным. Я право не знаю, что делать. Сейчас давайте я вас в паутину кину. Знаете, вы только что испортили полностью мое объяснение тем, что сняли эту паутину. Потому как, понимаете, вот паутина, которая здесь висит, да, вы знаете, что это? Вы знаете, это поп-культура масса. Да? Ну, это пожалуй. Поп-культура. Она уже как паутина нависла над вот всем этим историческим потоком. И засасывает, потоком. Засасывает. Да, она засасывает. Тинейджерских мух. Да, она... мух. Тинейджерских мух она засасывает. Вы правы. Да. Чёрт возьми, как я не подумал. Нас не обучили этому. Да. Я понимаю, конечно, что вас этим не обучали. Вы же советские люди. Да не то слово просто, если не сказать опричники. Да, вот, именно. Ну так вот, это паутина, это и есть поп-культура. Поп-культура, которая засасывает молодежь, да? Ну, пожалуй, а вот что вы будете делать вот с этой паутиной, которая вот эти вот еле-еле заметна против еле различимых листов? Понимаете, это труднодоступно. Это постматериализм. То есть... Он засасывает людей в труднодоступных местах. То есть, если вы попадаете в труднодоступные места, то постматериализм вас засасывает. Потрясающе просто. Да, вот постматериализм вас засасывает именно в труднодоступных местах. Вы понимаете, да? Вы меня понимаете, конечно. Несомненно. Я уверен, несомненно, что вы меня постматериализм высасывает ас в труднодоступных тестах. Не так ли? Тестах, да. Конечно. Тесто. Вот тесто. Что оно делает? Оно засасывает. Оно... Вы видите, вы суете руки в тесто, и оно что у вас делает? Засасывает губы. Я сую руки, оно засасывает в губы. Черт возьми, Сергей, вы знаете, я приехал из Кемерово, я не ожидал просто подобного прозрения. Я знаю, что вы не ожидали встретить меня вообще здесь. Да, потому Плюющим что... Плюющим в бутылку, да? По чести сказать, я направлялся в Волгоград, а оказался почему-то в Москве. Вы понимаете, я тоже рассчитывал на то, что я в Питере, но оказался в Москве. Однако и нельзя И тогда вам... я понял, что Питер не Москва, а Москва не Питер. Мы ехали в Воронеж. Но вам нельзя отказать в расчетывании, Сергей. Да. Вы рассчитывали, вы рассчитываете, да. И я надеюсь, и вы я будете буду. Рассчитывать. Да. Несомненно так. Ну что ж, тогда, Сергей, вот такой вопрос. Чем вы руководствуетесь при написании песен, концертных номеров даже, я думаю, будет правильнее сказано концертных номеров или вообще номеров, да. Для ансамбля постматериалиста, для этих легендарных перформансов, которые уже обошли всю страну и вернулись опять в Москву? Вы понимаете, я не руководствуюсь, я рукоблудствуюсь. Вы понимаете, когда я рукоблудствуюсь, я создаю перформансы. Понимаете? Хорошо. Да.
Мастурбация – это залог к успеху. Несомненно. Учтите это. Да, вы согласны со мной. Я вижу, что вы согласны. Я по вашим глазам вот вижу, что вы согласны. Что вы согласны с идеей мастурбации и постматериализма. Ну, я бы на вашем месте не смотрел в глаза, пытаясь взыскать с меня с идеей мастурбации. Да, я бы на вашем месте смотрел на какие-то другие мои достижения. Вот, но так или иначе, Сергей, могу сказать, что время наше эфирное истекает, и... к сожалению, да. Так или иначе, ну, для кого к сожалению, а для кого и к счастью, мне-то лично, у меня лично досуг обеспечен сегодня на вечер, не знаю, как у вас. Концерт постматериалистов. Да, кстати, Сергей, вы планируете присутствовать на концертном шоу постматериалистов? Да, я очень сильно планирую, Ну, я планирую над городом в поисках концертов постматериалистов. Послушайте, Сергей, а посредством чего, извините, последний вопрос, уже собирался закругляться, но так или иначе, посредством чего вы планируете вот над этим городом? Вы понимаете, посредством мастурбации я планирую над городом. Ну да? Что ж, это позиция, да? Несомненно, она хоть и колеблется, потому что вы планируете, да. Быть вы то выше, то ниже, но эта позиция, разрешите пожать вам руку. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Мне тоже было очень приятно. Вот. Ну что ж, а наши зрители в Кемерово ждут вас, я думаю, да? Гости. Я думаю, тоже ждут. Я думаю, ждут постматериалистов. Ну хорошо. Кемерово, да. Афиш уже во всяком случае расклеен. Да, расклеен уже по всей России. Воронеж, не Кемерово, Воронеж. Да, Воронеж, не Кемерово. Опять ошибся, а? Ну... Слушай, ты чего творишь, да? Друзья мои, ну... Знаете, я, пожалуй, спущусь за этой бутылкой и плюну в нее наконец-то. Так. Настоящий. Не, ну факт. Это вырезать.